выбрать, новую пару туфель или сумочку? С брендом Balduini выбор просто очевиден. Брать все. Чем нас порадует новая коллекция, узнаете прямо сейчас от создателя бренда Джимми Balduini. ID Fashion Real Emotions. The man not changed too much. The woman want to change. This is not easy. When we make beautiful style line, we must to change. It's terrible. With the men, no. More easy with the men. L'idea della collezione quest'anno è dedicata soprattutto ai fiori. Questa parte della collezione è posvenzionata a цветам. Это 50-е годы прошлого века. Это Брижит Бордо. Ее знаменитая фотография с маргариткой. От этого и появилась эта идея цветов. Мы с вами видели на каблуках, как раз на лаковых каблуках, именно эти маргаритки. Маргариты poi smaltate su tutti i tacchi. Now it's not easy to make the collection because a lot of people think for a new style. It's very important to study every day. You don't study every day, I'm not sure arrive beautiful. Sometimes it's possible, but usually no. Gamma di colori brillanti, quindi il verde bandiera. Основные цвета коллекции это насыщенный зеленый цвет. Мы тоже с вами его видели. Это яркий желтый цвет, это фуксия, это красный. Либо пастельные тона, как цвет, это голубой цвет неба, да, бледно-розовый и бледно-фиолетовый. Очень много и цветов таких, как серебряный, серебряных оттенков, золотых оттенков. Также еще часть коллекции посвящена 20-е годы прошлого века. И Жозефин Баке в этой коллекции использует много сетки с самообработкой глиттера, страз и опять же этих серебряных золотых оттенков. Con queste sfumature dei bronzi o appunto questi macramè tutti nei toni dei cuoi con delle aggiunte appunto di metallici. We make the bags for the shoes. The collection is not too big with the bags. Sometimes it's very important the same color, the same style, the same detail. Sometimes no, depends on the style. Discorso dei macramè. Это макраме, это плетение, которое делается только вручную. Плетение – это очень трудоемкая работа, работа, которая занимает очень много времени, и работа в макраме используется сырье очень высокого качества. И так как это является частью первой линии Джимми Balduini, вы обратили внимание, что эта линия, которая вот именно ее основная характеристика – это высокое качество сырья и материала. Di lavorazioni, di finiture. Guardate tutti la collezione Balduini primavera-estate 2017 su ID Fashion.